Ой, моча, моча! Привет! На канале вы майки! Я буду делать лизун! Интересно, у меня получится лизун? Это мы сейчас и узнаем! Что, начинаем? Нам нужно клей, кукурузник, хромал, вода, ласки, стаканчик и палочки. Ну что, погнали! Берем клей. Теперь добавляем водичку. Теперь мы выбираем цвет. Я люблю синий. Теперь будем добавлять кукурузный хромал. Теперь добавляем буру. Смотрите, у нас уже появляется лизун. Лизун достанется больше, а водички меньше. Упал должен. Друзья, посмотрите, что у нас получилось. Ой, какие-то сапельки. Попробуем делать другой цвет. Будем делать золото. Это будет необычный лизун. Туда добавим блестяшков. Вот лизун. Я окул оттуда, я всех умою. Я всех умою своим ртом. Получится идеальный лизун. Он не липнет рукам. А теперь сделаем зеленый. Вот готов зеленый. Чил! Фу, какая сопелька! Я его самазу. Ой, не моча, моча! Я не моча! Вот что у меня получилось. У нас получился лизун. Как неогрядно на столе. Мама будет не рада. Ой-ой-ой. Я сейчас быстренько уберу и пойду играться со своими лизунами. Когда-то вы делали лизуна, смотрите, и тает. Это морозник. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.